Многие думают, финансовая грамотность – это сложно, что надо понимать, что происходит на рынках, разбираться в ценных бумагах, неотрывно следить за новостями экономики. Но на самом деле для базовой финансовой грамотности достаточно просто знать, как грамотно управлять своими финансами, чтобы оставались сбережения и была возможность приумножить их. Купить новый дорогой смартфон в кредит, а потом погашать его 2 года – не совсем правильно. Телефон очень быстро устареет, а за кредит придется отдавать немалую часть вашего дохода. Надо понимать, что есть расходы первой важности – на еду, оплату коммунальных услуг или аренду жилья, за проезд и на необходимую одежду и все остальные расходы. Поэтому при выборе между оплатой коммунальных счетов и очередной покупкой финансовая грамотность помогает расставить приоритеты. Быть финансово грамотным вовсе не означает, что надо отказывать себе во всем. Наоборот, финансовая грамотность поможет накопить на мечту. Подскажет, как сбережения могут сами зарабатывать, и поможет вам и вашей семье увеличить благосостояние и изменить жизнь к лучшему. Будь финансово грамотным, это просто!